столице начали испытывать новый трамвай-уборщик. Зимой он с помощью специальных приспособлений может счищать снег с трамвайных путей, а летом очищать их от грязи и мусора. В Мосгортрансе нам рассказали о дальнейших планах усовершенствования техники. Мы пытаемся сейчас сделать достаточно современные, многофункциональные модульные машины, которые могут и летом убирать мусор с путей, зимой снег. В перспективе там рассматриваются варианты там навески дополнительных модулей для уборки ограждений, уборки остановок, которые находятся на трамвайных путях. То есть вот такой комплексный агрегат. Испытывать новую модель уборочной техники будут в течение года, чтобы проверить его во всех погодных условиях.